Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». В рамках 16-го тура ФНЛ первенства России по футболу самарские крылья Саэтов принимали второй состав питерского «Зенита». После досадного поражения от лидера лиги «Енисея» волжане выходили на поле только для того, чтобы начать новую победную серию. Лично увидеть ее старт собрались больше 3000 человек. Команду пришел поддержать исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров, которого тепло встретили болельщики самарской команды. Присутствует временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. А вот у крыльев в начале матча все было не так радужно. Молодые питерские игроки не стушевались перед опытной командой и создали несколько по-настоящему опасных моментов. Самый явный шанс открыть счет гости упустили на 11-й минуте. Вратарь волжан Евгений Конюхов был неаккуратен при выходе из ворот и задел Андрея Панюкова. Судья назначил пенальти. После игры нападающий признается, что нарушения не было. Справедливость восторжествовала. Удар с 11 метров оказался легкой добычей Евгения. Огорчить вратаря хозяев питерцы могли и на 25-й минуте, но мяч угодил в крестовину. Ребята с такими достаточно известными футболистами, в общем-то, показали характер. С какими-то с ошибками, все понятно. С незабитым пенальти. И дело не в том, что не забили, поэтому проиграли. Потому что все-таки давление со стороны крылышек шло достаточно такое хорошее. Самарцы после таких тревожных звонков оживились и стали создавать трудности обороне гостей. Сергей Корниленко, воспользовавшийся неудачным выносом защитника питерцев, сделал эффектный удар ножницами еще и эффективным – 1-0. После этого игра полностью перешла под контроль волжан. Во втором тайме только хозяева тратили свои моменты безрезультатно. И хотя забивать должны были крылья еще не один раз, матч удалось уверенно довести до конца и с минимальным счетом. Мы их настраивали, но, может быть, знаете, как в душе, когда ты выходишь играть против молодых ребят, когда ты уже футболист состоявшийся. Вот. Поэтому где-то вначале был недонастрой. Мы были все-таки ближе к победе, и моментов у нас было гораздо больше. Нужно было просто забивать и заканчивать матч раньше. После победы крылья Советов имеют в активе 37 очков. Самарский клуб вплотную приблизился в таблице к лидеру красноярскому «Енисею», неожиданно потерявшему очки в матче с «Томью», который завершился в ничью. Фаворитов первенства теперь друг от друга отделяет всего одно очко. Очередной матч ФНЛ волжане проведут следующие выходные, 7 октября. В Воронеже крылья постараются продолжить победную серию во встрече с местным «Факелом». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!